Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить пиксельный хоррор под названием Resident Evil Gaiden. Итак, у меня почему-то не сохранилось, короче, не загрузилось, не сохранилось, короче, прошлая вот сохранка. Мне пришлось по новой пройти эти склады, то, что мы проходили в прошлой серии. Вот, я так пробежался, выполнил там все, что нужно, короче, быстренько там, чисто вот. По памяти там пробежался, короче, собрал все нужные вещи. И в итоге у нас получается, у нас есть, короче, карта лифтера, есть диск, что это за диск? Диск для ПК, суд на первом этаже, это именно здесь мы сейчас находимся, вот. Сэкономил я, короче, спас 6 патронов, я его не тратил, 2 патрона в пистолете, но это ни о чем. Вот, но я потратил, короче, винтовку, потому что, бляха, на складе как-то какой-то был натиск просто этих зомбарей, и мне пришлось, короче, фиолетовый причем, мне пришлось истратить винтовку. Это я не трогал и взял ракетницу, как мы взяли в прошлый раз. И в комментах вы так и не написали, где мы видели с вами ракету от этой ракетницы. Видать, у вас память такая же девичья, как и у меня. Ну и аптечки, короче, зеленые я также потратил, которую так и брали, да, как и в прошлый раз. И здесь, короче, 3 желтых, 2 красных и 4 фиолетовых. В принципе, нормально. Вот. Ножик я выберу, короче. И нам нужно отключить пожаротушение, да? Правильно же? Систему пожаротушения нам нужно. Запустить ATA Control Room on 1F and start the sprinkler systems, короче. Нужно отключить пожар. Система пожаротушения включается тут. Если верить компьютеру, ее аварийный запуск нужно произвести с поста охраны. Идем попробуем включить систему. Пост охраны. Это опять нам на 4 этаж, опять нам на пост охраны. Снова туда. Уже какой? Третий раз уже. Так, пост охраны у нас где? На 4-м, да, по-моему, этаже. Да, именно вот сюда. Как мы можем туда попасть? Мы находимся с вами здесь. Если мы сейчас поедем вот на этом лифте, мы приедем. Так, это второй, это третий и четвертый мы приедем. Но ничего нам не даст. Ну, погоди, у нас есть, короче, ключ от, скорее всего, от этого лифта. Этот лифт был закрыт. Нам не выйти было. Давай сначала, короче, съездим туда, посмотрим. Вот. Проверим ключ. Вот мы на складах, короче, да. Вот. Съездим, короче, сейчас с вами. Посмотрим, что на четвертом этаже с этой стороны находится. Так, это второй, это третий, это четвертый. Этот лифт был закрыт. Окей, у нас есть ключ. Отлично. И что же нам это дает? Трупец. В трубце ничего нет. В трубце, как всегда, ничего нет. Так. Тут можно пройти. В трубах тоже никто ничего не спрятал. Смотрим внимательно. Нам надо, короче, патроны. Патроны нам нужны. Как лестница, смотри наверх. Нам нужны патроны. Больше патронов. Аптечек, в принципе, хватает. Нам нужно больше патронов. Окей, смотри, какая-то... центр управления какой-то, да, наверное, скорее всего. Компьютеры кругом. Все мелькает, все работает. Это, наверное, отсюда управляют кораблем. Ну, в плане, куда он поплывет, куда ему там повернуть, что обрулить. Это место, которое, наверное, задает курс. Так, ключ от бойлерной на втором этаже. О! В бойлерной мы еще не были. Можно сходить. Значит так, в центр, в комнату охраны мы пока не идем. Мы пойдем искать бойлерную.
Я, в принципе, предполагаю, где бойлерная находится. У нас есть на втором этаже, на втором же, по-моему, да, там, короче, комната, которую мы еще не открывали. Вот. Отправимся туда. Проверим ключ. Короче, это у нас балкончики. Бляха, могли бы на балкончиках что-нибудь оставить, да? Какой-нибудь, не знаю, там, лут, там, не знаю, патроны, там. Да, да, те же аптечки, там, не знаю, оставили бы. Зачем зря пикселем пропадать-то? Так, окей, ладно. На второй этаж. На второй этаж это у нас... Так, где же у нас... Вот. А! Вот где у нас. Понятно. Это получается второй этаж? Погоди-ка. Да, второй этаж. Так, а на второй этаж мы, получается, сейчас спускаемся на этом же лифте. Вниз. Раз. Два. Сюда. И выходим на... Ага. Да, вниз. Пока враги не распавнятся, это очень радует. Ну, здесь один чел гоняет. Так, опа, эти два гоняют. Ай, стой! Бляха! Леон, почему ты такой медленный? Можешь? Зомби же, они медленно такие ходят, ковыляют такие медленно. Почему ты не можешь... Опа. Неплохо. Почему ты не можешь от них, короче, убежать просто? Так. Где я нахожусь? Я нахожусь... Ага, мне чуть подальше. Мне чуть подальше. В главный холл. Откуда мы начинали игру? Ну, почти. Так, ничего не появилось. Опа, зелененькие. Опа, зелененький. Погоди, погоди! Бляха, еще подмога. Как всегда. Ну ладно, эти зеленые, они... Ух ты, подло какой! Давай, мы тебя подождем. Мы тебя подождем, пока ты подойдешь. Потому что я на зеленых я не хочу тратить ни патронов. Падла. Еще и царапается. Все. Так, ну, вещи не появляются, да? По новой. Окей, ладно. Дамочки, дамочки стоят. Так, погоди, где? Ага. Там все равно вверх. Бляха, эту дамочку все равно надо мочить, короче. Вот. Она может, кстати, травануть. Что она сейчас и сделала. Ей всего два удара, но она отравила нас. Ладно, у меня на этот счет есть фиолетовый. Бляха, опять стоит. Сколько можно-то? Ну иди сюда. Не респавнится и респавнится, просто на ровном месте. Ты смотри там, не трави меня больше. Не трави меня больше, мне хватило там одного раза. Погоди, а внизу-то нет у нас ракет? Внизу-то нет у нас ракет? Уйди! Уйди с дороги! Вниз спустись! Ах ты падла. Уйди, уйди. Ай. Задрала. Встала и стоит просто. Встала и стоит. Сейчас трава не вот, смотри. О, она промазала, короче. Так, ладно. Здесь у нас нет. Давай заглянем, короче, посмотрим. Здесь. Ай-яй-яй! Ух ты, там что-то было. Надо как-то, короче, его сагрить. Сюда иди.
Сюда иди, синяк. Так, что у нас? Снаряд для гранатомета. Отлично, отлично. Гранатомет тоже хорошая штука. Так. Нет! Да я никак не хотел с тобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, с дробаша два патрона. Бляхай, пусто. Зря. Так, окей. А есть здесь еще что-нибудь? Что-нибудь у кого-нибудь? Получается, здесь от гранатомета, здесь нет ракетницы. Я вот просто помнил то, что здесь что-то было, что-то мы не могли взять. Все получается, да, больше ничего нет. Сейчас вот здесь я проверю, короче, еще вот здесь вот у лестницы есть что-нибудь, нет? Все. Окей. Выбираю я ножик. Выбрал я ножик, короче, и пошел кромсать. Вот они на углах, ты вот смотри, их специально, короче, ставят на углы. Просто вот. Проверяй углы называется. А этот откуда взялась, ну? Чё за дичь-то? Да и третья я ещё! Ещё и третья! Как же это всё... Вот игра специально, просто она вынуждает, короче, тратиться, просто вынуждает. Знаешь, просто вот в Ризиках, как бы, вот, ты вот не хочешь тратиться, ты проходишь, да, как-то вот оббегаешь там этих зомбарей, там, знаешь, ну, есть возможность, как бы, это сделать. Сложно, но есть это, ну, возможно. Тут же специально ставят, короче, вот на углы, где тебе надо... Пройти яма, и на углу стоит зомбарь, короче. И как? Как? Не телепортнуться или... Давай, тебя я замочу, у тебя тут что-то есть. Просто вот... У меня нет слов на этот счет. Что у тебя? Неплохо. Так, я здесь все подобрал. Ну, библиотека, да, я, наверное, и все подобрал здесь. Окей. Бляха, вот смотри, вот он в тени стоит. Как вы меня бесите-то. Как вы меня бесите. Тут, смотри, стоит. А тут я что, ничего не брал? В смысле? Я же брал здесь. Вот мне по-любому... Да, ты... Тут вообще никак. Тут... Просто вот. Это еще хорошо... Он еще и не сдох. Это хорошо, я еще... А здесь еще не появилось? Хорошо, что я еще... не стреляю. Не трачу патроны. Бляха, их две... Три! Опять три! Да... Бабы, вы чё? Почему у вас так много? Вы чё тут селфачите, что ли, в этом в женском туалете? Или чё? Жопы свои фоткаете? Да давай ты подходи, ну не стесняйся. Знаю я, что я не такая. Ну, патрон для дробовика нормально. Бляха. Просто дичь. Дичь дичайшая. Ну, с этих хоть что-то выпадает, ладно. С этих хоть что-то выпадает, и можно... Можно заморочиться.
Причем зеленые, они бывают там промазывают или что-то. Ну, зеленая трава. Херово, конечно. Хотелось бы лучше. Так, ладно, у тебя ничего не появилось. Просто пипец какой-то. Леха стоит. Я так и знал! Я вот так и знал, что будет стоять здесь. Так, ключ. Отлично! Это бойлерная. Все, мы в бойлерной. Какой большой корабль, ты представь, да? Просто. Бойлерная. Что такое бойлерная? Это какое-то... место, где вода, ну, подача воды, да, идет там. Типа котельный, да, наверное? Бойлерная. Так, это что? Нахера себе! Ну-ка, я еще здесь осмотрюсь. Бойлерная — это типа котельная, я так понимаю, на корабле, да? Отопление, там вся херня такая, вода. Что, пусто, что ли? Хотя бы в одном уголке там что-нибудь положить, ну. Издеваетесь, что ли? О! Другой. О! От ракетницы. О! Хорошо! Тяжелый боезапас у нас копится. Это на всякий случай на главарей. Потому что я так предполагаю, что главари нам еще дадут тут просраться, короче. Они еще будут. Я всего сколько? Три раза, да? Так, это дверь. Окей, три раза всего встретился... типа с боссом. С тираном. Опа. Патрон от пистолета, хорошо. Так, тут дверька. Она же одна здесь, да? Получается, дверь. Да, дверь здесь одна. Погоди, я еще не был, смотри где. Вот промежуток, видишь? Ну, я думаю, я это... проберусь сейчас туда. По этой... через бойлерную, через это. Какая большая бойлерная-то. Лази не облазить. Патроны пистолета. Бляха, мне... Ну, не, пистолета тоже хорошо. Знаешь, вот на таких там, на сопляков там, типа этих... Ну, как сопляков, на этих, на фиолетовых можно. Смотри, какие поршня. Поршня просто херачит. Кривошипно-шатунный механизм. Ух ты, бляха, сколько вкусняхи-то тут лежит. Не зря я пошел, не зря. Лутаем, пока есть возможность. Ну-ка, давай еще что-нибудь. Местечко мне это уже нравится. Так, вот эти места я проверял, нет, я бегал. Я уже что-то запутался, где я смотрел, где я не смотрел. Что-то место большое. Так, окей, ладно, здесь мы, в принципе, наверное, посмотрели все. Идем в следующее помещение бойлерной. Так. Управление, центр управления. Центр управления бойлерной, что ли? Тантомета! Ооо! Расщедрились. Бляха, ну это тоже, знаешь, дурной... В таких играх это тоже дурной знак. Вот вроде как бы просишь, да, чтобы... ну... Погоди. А да ладно. Ну-ка все. Я сейчас поднимусь здесь. А, ёпти мать. Это первый этаж. Я только что там был. Вот это... Да, понятно. Я думаю, с толку меня сбивает, короче. Понятно. Так, ну и в принципе, да, все. Теперь можно спокойно идти.
Спокойно не получится. Короче, в комнате охраны. Бляха какой. Бляха какой. Так, ладно, у меня, по-моему, зеленая, да, трава есть. Я сейчас ее сожру. Так. Да, как раз, ну смотри, как, ну, как шикарно. Так, как раз мы сейчас в комнату охраны и попадем, да? Да. Как же это шикарно. Так, мы здесь смотрели. Да, здесь мы были. Дамочка. Ну, иди сюда. Сейчас смотри, у та, которая за километр стоит, она тоже... Ну давай, иди сюда. Ну она даже не кончилась. Она просто легла отдохнуть. Так, окей. Идем. Так, погоди. Погоди. Я тебя бегу. Вот. И вот на том самом месте стоит опять Гордон Фриман. Так. Сейчас я тебя, чел, порешаю. Промазал. Слюнявит меня, козел. Блёха. Просто вот... Уйди. Уйди нахер! Так, следующая дверь. Стоит. Да пошел ты, я тебя сейчас загашу. Ты зеленый, не травишь. Царапаешь что-то. Чугай. Отлично. Везде сунут свой нос с кочергой. Иди отсюда! Так, комната охраны. Окей. Стоп! Что здесь происходит? С кем говорит Берри? Можно прислушаться и разобраться, о чем разговор. Ну? Что на это скажешь? Девчонка у меня. Так что вариантов у тебя не так уж и много. Ты прав. Как мы договаривались, смотри, не выкинь чего-нибудь. Мы следим за каждым твоим шагом. Просто поверь мне, конец связи. С кем же он говорил? Похоже на то, что он хочет сдать нас Амбрелла. Но он же твой напарник. Это его оправдывает. Надо просто его об этом спросить при встрече. Ты же знаешь, где находится бар, где он говорил. Кажется, это на втором этаже. Ладно, давай разыщем Берри. Идем. Вот так. Берри, значит, снова мутит опять с этой с Амбреллой что-то. Помните, да, в первой части, самой первой оригинальной части Резидента, Берри работал на Вескера. Но он работал на Вескера, там была такая ситуация, то, что Вескер вынудил быть предателем. Вынудил Берри быть предателем. Он, типа, что-то там вроде как захватил в заложники дочь Берри, и либо угрожал просто убить дочь Берри, что-то такое в этом, типа, найти и убить. Вот, и Берри вынужден был. А тут, ну, мы тогда расправились с этим Вескером и со всеми, да, там. А тут, чем движет вот это ж, как бы, непонятно, ну, ладно. Будем смотреть, будем вникать в сюжет дальше, короче, уже в следующих сериях. Вот, а на этом я заканчиваю. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.